Первый робот-юрист был презентован в рамках Международного форума продвижения юридических услуг в Украине. Бот работает 24/7, разговаривает на языке работодателя, обучается, проверяет название компании, помогает выбрать систему налогообложения и запрашивает фото и сканы документов клиента. Чат-бот для мессенджера Telegram создан помогать юристу в регистрации юридического бизнеса. Стоимость роботизированного сотрудника для компании составляет 1 биткоин в год.